Всем привет, друзья! В эфире мега крутая распаковка. Погнали, начнем с кулинарии. Рыбка, минтай. Блинчик я не взял, не помню, сколько что стоит. Не, помню, общее. И две сосиски в тесте. В общем, за это все 167 рублей. Дальше погнали, красно-белое пиво Жигулевское. Сегодня алкострим, приходите в 16:00 по московскому времени. Раз, 109.99, 2. За две штуки 219.98. Пюре Ролтон с сухариками. Вот такое пюре. Раз. Стоит 38 рублей 99 копеек. Два. За две штуки 77 рублей. Вот 98 копеек. Дальше корм Китикет 17.39. Три штуки вышло на 52 рубля 17 копеек. Чипсы Лейс, сметана и зелень 69.89. Взял себе кукурузные палочки Чита со вкусом сыра. Вот такие. Стоит 44 рубля 89 копеек. Сеть магазина красно-белая. Общая сумма на 464 рубля 91 копейку. Вот такой вот мега обзор. А вы приходите, жду всех сегодня на алкостриме.